Сегодня же глава Чувашии подписал указ об учреждении грантов для поддержки поисковых объединений. Об этом Михаил Игнатьев объявил на еженедельной планерке. В целях духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения, вовлечения его в общественно-полезную деятельность, сохранения и увековечения памяти погибших при защите Отечества, постановляю учредить гранты главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях. Я хочу выразить слова благодарности вот и тем ребятам, которые ездят, и девушки. Они живут в палатках, в экстремальных таких условиях, вырабатывают свой характер, свою волю, командный дух вырабатывается. Глава Чувашии предложил учредить 3 гранта по 75 тысяч рублей и 3 гранта по 100 тысяч. Окончательное решение примет Кабинет министров республики.